холодильника. Да, вот наша машинка. Мой бывший ман. На котором я ездил. Сейчас уже вот отдали его. Не тот хозяин, другой. Мы с ним на этом виделись. Стояли под Екатеринбургом. Вместе. Ну там на другой машине был. Ставим, ну и дальше что тут, как они будут делать. Ворота закрываются. Что буду делать? Растамаживаться будем? Что будем делать? Братцы,
родненькие. Сегодня уже среда. Двенадцатое сентября, а мы продолжаем стоять. Не думали, не гадали мы с Женькой, что с этим вот безобразием, с этими удобрениями мы так подвиснем. Я думал, в понедельник, но самое позднее вчера, во вторник, нас отпустят. Нифига. Бывший коллега, смотрите, какой. Какой-то непонятный автомобиль везет. Посмотрим. Женька вон там стоит. Нас разъединили. Этот уже стоит здесь, по-моему, 2 недели, он говорил. Что у него тут? Не поймешь, что как навалено, насыпано. Как он это все не растерял еще по дороге. Короче, вот такой какой-то вот он. Агрегат тащит. На Россию. Мы тоже на Россию. Уже можно понемножку карты раскрывать. Казахстан не конечная точка. А вот Женька спит, да? Это видите? Узнаете, да? Мой бывший ман, на котором я ездил. Тот хозяин, короче, уволился, и вот Женьке его отдали. Его, смотрите, уже что? Под АДР. Переоборудовали. Он уже может АДР таскать. Ой, видите? Должны сзади таблички быть. И спереди. Все. Все, вот, доп. Табличка. Давайте ему откроем, пускай тащит АДР. Шучу. Короче, вот этот ман 577, на котором я ездил, который... Он сейчас опять евро 6 или евро 5, но не евро 0. Его вернули. Все его. Всю его классность. Но согласитесь, да, все равно в любом случае, вот спойлера, это юбка белая под цвет кабины, и он намного, ну, интереснее смотрится, чем мой. Вот Мерса возьмите, да, тоже, вот видите, юбка темная, и все, ну так поинтересней. Короче, 7 утра. Это тензоры стоят. Тоже долго, кстати. Эстонец этот вот стоит долго. Грузин этот вот стоит долго. Это форды новенькие. На латышских номерах растамаживают. Они, наверное, не новенькие. Они уже вон во Франции побывали. Что этот луноход нужен? где он будет ездить? Это гусеница, наверное, его, да? Вот это вот. Это широкие такие будут. А, ну да. О, это гусеницы. Фига себе. Похоже. А может и нет. Похоже на гусеницы. Короче, мы тоже повезем на Россию. Куда, пока не скажу. В общем, нас еще не растаможили. Ваш покорный слуга. Я немножко башку подломал, чтобы было поудобнее вылазить. Видите, Женьку туда загнали, а меня сюда. Все, уже вот сюда ехавший, чуть-чуть по грязи проехали. Дождик прошелся, и все. И вон, видите, уже все, кабина вот на что похоже. И причем эти колеса ни при чем. Видите, откуда залетает? Ну, даже по этим, по каплям видно, откуда их забрасывает. Все, по воде проехался, и все, и тут же ман грязный. А, сейчас. Осень наступает.
Так что здесь уже нечему удивляться. Мне тоже придется учиться, наверное, на АДР. Потому что спрашивали, есть? Я говорю, нету, кончились. Вот видите, тоже уже сзади ворота, и все, уже чумазенькие. Короче, сегодня уже третий день, а мы стоим. Хорошо, хоть пока еще тепло. Сегодня без автономки спал. Прошлую ночь с автономкой спал. Эту без автономки. Я имею в виду хорошо. После Турции сейчас пока все время хорошо. Нужно дышать полной грудью. Вот. Ну ладно. Че, ждем. А что делать? У нас другого варианта нет. Короче, пока наш Евгений отдыхает, пойдем в магазин сходим. Салфетки влажные надо купить. Совсем закончились. Нечем панель протирать. Некрасиво. Вот. Ну, что-то пугает это все. То, что сегодня среда. Факт в том, что уже даже если сейчас нас таможат, уже можно зависнуть на, ну, то есть либо на выгрузке, либо после выгрузки. Короче, как будет. После Турции нам не привыкать. Уже столько, сколько отстоял в Турции, то тут это вообще ни о чем. Короче, пойду салфеточки куплю. Пока тут делать нечего. Уже надоело лежать. Так особо-то идти тут нечего. Тут до центра далековато. Если, не дай бог, на выходные зависнем. Тогда, конечно, погода, если будет позволять, можно будет и в центр города съездить, погулять. Ну а пока сидим в машине, ждем. Мало ли. Наша надежда вот здесь вот терпится. Она же прямо умирает последний. Вот. Эстонец. Эстонец 2 дня простоял. Там такой эстонец, как и я, скорее всего. И только сейчас его вот загнали на СВХ, вот выгружают. Обычно СВХ все в один день делается. Ну вот смотрите. Идет вот сейчас выгрузка. Сейчас что-то будут доставать краном. Вроде 5 вечера, 4:30.
обещают сегодня отпустить. Вроде как позвонил клиент, сказали, что сегодня отпустят. У меня тоже синяя. Что, ты опять все сломал? Вася, Вася. А что ты разобрал? Все, подожди. Ну, живите. Видишь, это сейчас стоит там. И может теперь ручку чиним. Сломал ману. Все, я понял. Доломал моего ману. В чем прикол, я понял. Где я тебе палец прижал, ты же понял. Да, это держать нахуй, ёбаный. Ну, не ругайся матом, ты в эфире. Ну, так это зачем ты разобрал, я не пойму. Выскочила. Вот это? Да. Заматывай синий, у меня тоже синий, у меня черный нету. У меня сломалась вот эта вот крышечка. Одно ухо сломано, и она не держится. О, это ж я твои педали сюда убрал, точно. Чай сидели, пили. Ну что, поедем? Может быть? Хотелось. Какие трактора интересные. Надо мне у него таких вот крючков попросить навсегда. И колпачко. Смотрите, какие колпачки, да? Прямо вот кого-то с моего мана. С моего прицепа. Давайте ему АТР откроем. Пускай едет. Симпатично смотрится. Ой. Польша. Это видят эту табличку. Так сразу. Блин, даже украсть нечего, но попросить. Так, что у нас по времени? Где мой телефон? По времени у нас 18:02. Как бы через полчаса таможня закрывается. Так через полчаса уже таможня закрывается. Думаешь, успеют они? Я что-то так думаю, что мы... Помощь надо. Моя? Пойду помогу. И, о да! О чудо произошло! Время 7:30, и мы выезжаем. Евгений, поехали. Ну я тебя за воротами подожду. Сейчас надо разложиться все, документы, все дела, отработанные документы. Отдельно положить документы в дорогу. Положить отдельно. Короче, мы сейчас везем в Воронежскую область. Вот это вот. Наши эти напишу, что надо пломбу срываем. Вот, выгружать мы все это счастье будем в Воронежской области. Там деревня какая-то, Бобякова там или еще какое-то. Ну что-то такое вот. Выехал. Выехал. Ты мыться не пойдешь? Я пойду здесь. У меня тенге есть. Что мне? Где?
Я тебе могу дать. Да? Так не здесь. На выезде там с правой стороны. Ну, там и заедем на эту, сходим, искупаемся и поедем. Я, в принципе, тоже все. Все уже, не понравилось, устал? Короче, ну этот, который с правой стороны. Ну давай. Вот тебе сказал по маршруту. По маршруту сказал, если до 7 утра Самару не успеваем Тольятти пройти, уходим и идем через Пугачев, через Саратов, так даже короче. Может, так сразу и поехали? У тебя то же самое. Ну конечно, но что ты будешь день стоять, когда в пятницу не успеешь? Не надо, день я буду стоять, я не знаю, что ли. Поехали. Да я хоть вообще что-то делаю. Так темно ж на улице. А тебе что? Давай назад сдавай. Короче, поехали мы. Надо помыться. Потому что тут... Сходим в душ, искупаемся и уже потом поедем на границу. Все сигналят, все ругаются. Ой. На следующем 1100. В принципе, ехать-то приличные. Все зависит, видите, от границы. Как мы границу пройдем.
где-то остановимся, пойдем спросим. Ну, есть там где-то, в принципе, что в России рубли тратить. Сейчас посмотрим, тут можно так заехать, чтобы встать и потом уехать. А, вот, прямо здесь, вот вдоль дороги и станем. Ну, отлично. Мы-то все равно дальше поедем. Сходим, искупаемся и все. Погнали тогда. Надо, как это говорит, вам пора, говорит, освежиться, сеньор. ДПС, уральские ДПС. Да, 40, все, надо 40 ехать, потому что тут покажут сразу. Вы превышаете допустимую скорость. Да. Сейчас нас за это накажут, да, Маша? Что мы тут что-то превышаем. Да, не, вроде не превышаем. 41 нет. Бедные. Все, без комментариев. Поехали на границу. Сырым, 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 сырым. С казахстанской стороны переход называется. Сырым. Яйцо. Это уже колейка. Себе. До утра только границу будем проходить. Да, большая. Короче, проехали. Казахов показывает, потом полностью, наверное, вся нейтралка. Как вы думаете, во сколько мы отсюда уедем? Сейчас, если по местному смотреть, 10:30. Тут ваши ставки. А потом проверим, во сколько, как они, сайты, как, сбудутся, не сбудутся, в молоко вы или в яблочко попали. Короче, все. Ну что, вартан? Так, 15 минут 12-го. Будем заезжать к казахам. Как-то так не вовремя пошел дождик. Вот совсем не вовремя. Со стороны России есть ребята на Казахстан. Работает кафе, шоу, горячая еда, напитки, выпечка, хаурдах, бешпар. О, ровно полночь по местному. Поезжаем в нейтралку. Ну, нейтралка, не сказал бы, что тут сильно занято это. К россиянам. Можно я не буду пристегиваться? Братан, братан. Чуть-чуть свободно. Наполовину. Ну и там, я смотрю, запуск идет, 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 идет. Ну, дай бог.
так неохота пристегиваться. Сейчас все равно доедем. До Колейки. Так-то все красиво вообще получилось. Вообще лихо прошли границу. Час ночи. 10 минут второго. Все, выезжаем. Выезжаем, правда, сложно сказать. Выползаем по ямам. Маштакова здесь, я не знаю. Неужели трудно один раз сделать, чтобы здесь не было этих ям? Видите, что тут творится? И все, сейчас не знаю, либо в Маштакове станем, либо для подъема до подъема Михайловки поедем. Скорее всего, в Маштакове. Если есть места, конечно, должны быть, по идее. Ехать там 1000 километров, тут 1000 с копейками. Выгружаться в пятницу не обязательно с утра. Нет никакого резона тут сейчас в ночь по ночи скакать. И поедем, не поедем на Самару. Ну, пойдем сейчас в сторону Самары, а потом уйдем на трассу Самара, Саратов, короче, Энгельс. Ну, короче, через Саратов поедем. Во-первых, так покороче. А во-вторых, сейчас, если по самарскому, сейчас 12 часов ночи. Ну, это надо... Сейчас вот еще до Тольятти 300 километров, ну, чуть меньше. На следующем повороте поверните налево. На 4,5 часа сейчас еще, грубо говоря, мягко выражаясь, топтать, чтобы Самару пройти, Тольятти, вернее, эту, там будет, эту ГЭС эту. Сейчас заедем, выедем, встанем, поспим и утром спокойно поедем через Саратов. Да, что делается? Ну, Маштаков. Здесь, я не знаю. Застану я то время когда-нибудь, когда здесь все будет хорошо или нет. Когда здесь будет ровненько, гладенько, как вы думаете? Будет такой. Видите, что делается? Обалдеть. Какая прелесть. Они с Карамника, только ездить здесь. Матвеич, ты где, выехал что ли? Тут на Высокой и едешь и стрёмно. А ездили, ездили. Где там мой Евгений? Где-то сзади там крадется. Сейчас мы его подождем. Ну я выехал уже. Вон там, там. Вон он там сзади, после бусиков. Это уже что? Ага. Так спешили, что дорогу не поделили. А сейчас будут стоять, сопли жевать. Так. Ну и что, какая тут Колейка? Наверное, такая же примерно, как и я остановился.
баньки. Все машины, которые выходят, вам тут по встречке не пробиться. А, ну вот колейка. Не, у меня даже побольше было. Я еще дальше там вставал. Все, сейчас здесь на перекресточке тормознусь. Женьку подожду и поедем. Так, тут Маштаков. Я так понимаю, тут, наверное, и тут же и транспортники, тут, наверное, и Платон, они идут все платить, и что тут только не происходит. Или это они тут все Платон поставили платить, и кто спать, наверное, стал? Джик впереди меня. Здрасте. Здрасте, что везете? Удобрение. С Уральска. Куда? Воронеж. Всем догонишь. Да, 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 да. Коллега то же самое, такой же ман. Знаете? Такой же самый, да, один в один. Черниговки стать. Я вот честно не помню, есть тут стоянки или нет. Должны быть, наверное. Подъем Михайловки точно знаю, что есть. Но до подъема Михайловки еще ехать. Что-то не хочется уже. Так, час бонусный нам добавился, но все равно уже час ночи по Самарскому. Так, вот.
шлагбаум. Все, значит. Добрый. Кассовый чек даете? Нету, кончились. Кончились? Начальство уехало в печати. Сколько стоярка стоит? 150. Наверное, вот. Вот байки стоят. За ну. ними вот так вот. Кончились, говорит. Ну-ну. Шутник, шутник. Ну ладно. Встаем возле этого паровоза и все. Болото, Кризюка. Рублей без чека хоть пришел покомандовать, и то хорошо. Так, надо мне немножко подровняться вперед. Ладно, в принципе, я сюда головой спать лягу. Давай, Евгений, паркуйся, закрываем смену, страна завершения, блин, какой паром поезд, страна завершения, Россия. И все, 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 все. Сейчас сколько время в Москве? В Москве у нас 12. Ну, в 9 утра поедем. Искали подальше от себя стать. Да стой нормально, чё?